Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». И как ты понял, уже закончился 39 сезон. А я чуть-чуть, ребята, не дошел до 30 ранга. Плохо, потому что награды будут слабенькими. Ну что ж, получаем. Пиньятушка. Всего лишь 4 пака. Да, друзья. Ну что же, скрестим пальчики и будем надеяться, что мне выпадет какая-нибудь легендарная карта. Так, смотрим. Пока все это у меня есть, было. Так, редкие пошли. Вот такой ягоды у меня не было. Так, мега редкий. Ого. Герой? Вау, друзья. В плане? Да вы что, серьезно что ли? Друзья мои, ну это что-то с чем-то. Два героя выпало мне с 4 паков. Слушай, ну это имба. Это имба, но тут по-другому не скажешь, ребят. Ты прикинь, мне выпал ночной колпак и бонгчой. Плюс выпал ежевика. Ага, еще орех в доспехах. У меня, по ходу дела, его тоже не было. Конечно же, я получаю. Вот, ночной колпак. Стоит каверному грибу заметить несправедливость, как он сразу несется к зомби. А тут смотри, как кто у нас. Тут у нас, по-моему, этот, как ее, вампирша, да? Зомби стоит. Познакомьтесь с травяным кулаком. Эти грязные растения получили преимущество. Он творение геройского трона. Благодаря нему у травяного клука появилось оружие. Так, сезон 40-й начался. Куда меня перекинут? Посмотрим. Ну что ж, друзья мои, я в бронзовой лиге, 5-е место. Поехали. Начинаем, как говорится, все сначала. Так, кого бы мне взять? Давай-ка мы с тобой сыграем. А, кстати, у нас же новый герой. Давай-ка мы их с тобой и протестим. Так, ночной колпак, значит, да, у нас появился. Вот он. Давай посмотрим, что мы можем создать за колоду. Так, ночной колпак, нет, какой закончить? Так, на чем бы нам с тобой сделать? Ну, возьму сразу же козыря, ребят. Сразу же козыря. Так, тут есть и заморозочка у нас. Так, возьмем этого. Заморозочка, погоди-ка. Ну, это надо, чтобы совпало. Хотя, погоди-ка. А почему бы и нет? А ну-ка. Ледяная колода. Ну, попробуем, ребят. Ну, не получится, так не получится. Что ж, поделаешь, да? Так. Погоди-ка. Ага, вот. Норм. Отлично. Кого-то... Ага, вот этого надо забрать обязательно. Ну, наверное, нам еще нужен будет рикошет, скорее всего. Может быть, даже вот этот пригодится. Возьму-ка змейку вот эту. Так. Давай сделаем вот таким образом. Вот таким. Не знаю. Ну, возьмем, попробуем, ребят. Так, ландшафт у нас есть? Вот только такой, что ли, все? Возьмем, наверное, вот этого. Откидывать надгробия, если будут. Вот это, кстати, тоже пригодится. Да, два ландшафта. Так, остается еще 5 карт добрать. Можно взять арбуз. Жалко, у меня нету арбуза, который замораживает.
Вот это было бы круто. Давай, наверное, вот так сделаем с тобой. Даже не знаю. Вот так, в принципе, можно, да? Возьмем. Блин, ты заметил, что у меня здесь нету легендарных карт на колпаке? Вот в чем беда. Нет легендарных карт. Так, возьмем на воду, чтобы поставить. И вот этого, наверное. Их лучше два взять, поэтому кого-то мы отсюда сейчас уберем. А вот кого? Наверное, вот так. Ну что, ребят, попробуем. Ума не приложу, что у нас из этого получится. Что за колоду я сделал? Ну, хочу сыграть именно на заморозке. Хотя ночной колпак, по-моему, лучше все-таки играет на грибах. Ну, сейчас посмотрим, как у нас получится. Если получится вообще. Угу. Так, давай-ка вот это вот. Блин. Заменил, называется. Опа, опа, опа. Выполз, да? А если я так сделаю? Погнали. И сделать не знает, что сделать, да? Стоит, не ожидал. На-ка, получи. Угу. Начало положено. Перец. Блин. Что будем делать? Давай вот так вот сделаю. Он, наверное, уже понял, да? Что я собираюсь на заморозках играть. Он, наверное, уже понял. Он ничего, да, не хочет делать? Ты знаешь, я тоже пока ничего не буду делать. Посмотрим. А что он тут захочет влепить? Уничтожает. Ради бога. Так. Да что ж такое-то? Два желудя мне этих выпадают, а? Два желудя выпадает. Пропустим ход. Так, у меня есть один план. Не знаю, сработает он или нет. Пятерочка, да? Пять энергии. Так, капельки две. Ага. Вот так он делает. Слушай, он замораживает. Понятно. Я даже не знаю, ребят, но... Наверное, нам лучше с тобой сделать вот так. Пропускаем ход. Кто тут? Ага. Зомби в ведре. Потом будет 6. Я могу поставить, в принципе... Что там делать? Бонусную... Ага, бонусную атаку, понятно. Ну что же, а теперь замораживаем вот этих двоих. Нет. Сделаем с тобой немножко по-другому. Вот так вот. Погнали. Да, опять в лицо получим, ничего не поделаешь, ребята. Рикошет. Я тебя понял, парень. А минус. Так, здесь-то как лучше сделать? Наверное, сделаем с тобой вот так.
Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да и вот так вот. Бомби их. Смотрим. Конечно, ему нужно грушу эту убивать. А он размещает зомби-астронавта. Что там еще? Ага, атакует. Тюнс, на-ка, получи. Ну и что нам с тобой сделать? Рикошет. Мы можем с тобой, знаешь, что сделать? Вот так-то убрать нашего паренька, да? Ту-ту-ту-ту-ту. И сделать вот так вот. Иди отсюда. Посмотрим, что он тут сейчас применит. Ничего. Рикошет. Он опять его, да? Он опять его выстрелил. Дело твое, парень. Так, ну что, сделаем эволюцию. Сделаем с тобой эволюцию. Все зомби получают плюс 2. Окей. Бонус на атаку. Ага. Но все равно не уничтожит. Ну что, поехали. Так. Рикошетик сделаем. Кому только я не знаю, правда. Вот так вот. Замечательно. Так, ребят, ну тут победа за нами. Тут, понятное дело, уже капелька выпала. Плюс у меня груша. Медика вызвал, да? Ну, предположим, ты вызвал медика. Дальше что? Профессор кислых щей. Я тебя понял. Но мы с тобой сделаем вот так. Плюс вот так. Ну и плюс. Плюс вот так вот. Поехали. У него, правда, ребята, сейчас сработает броня. Это не есть хорошо. Что там? Я не знаю, что он там сделал. Опа. Выстрел, да? Медик. Все? Че, ребята? Погнали. Поехали. Что у тебя там, я не знаю. Но всем твоим ребятулечкам, по-моему, кранты. Бамс. О, то, что нужно, ребята. Так, вызовем этого паренька. Посмотрим, что он нам вытянет. Галактическая фа... Воу. Слушай, ну неплохо. Ну давай вот так вот, наверное, заморозим его, да? Маленечко. Поехали. Что ты там сделаешь? Я не знаю, ребята. Но вот откидывание на надгробие. Так. Опять у него, да, сработает защита? Ну давай я вот сюда вот поставлю. Смотрим, друзья мои, что он там сейчас вытягивает две карты. Вот что у него есть. Козырь в рукаве. Срабатывает защита, понятное дело, ребята. Сейчас кого-нибудь. Никого, ничего он не сделал, все. Ну как тебе сказать. Ночной колпак вроде бы хорош на заморозках, но у меня нет достаточно карт для этого дела, чтобы 100% чувствовать себя уверенно. Так, сейчас мы с тобой пойдем сыграем за Бонг Чой. Так, нанести 300 единиц урона героями. Так, разыграйте 2 зомби на воде. Заполните все линии зомби. Слушай, прикольное задание.
Так, у нас новые задания за ночной колпак и за бонг-чой. Давай посмотрим. Посмотрим, что мы можем сделать за психованного бонг-чоя. Так, однозначно, ребят, вот эту сразу берем. Смотрим дальше. Так, возьмем шипастую лужайку. Две штучки, не меньше. Так, ягоду возьму. Подожди, подожди, вот эту вот. Две штуки. О, этих родных тоже берем. Крокодильчика. Так. Возьмем удобряшки. Плюс грибок на всякий случай. Слушай, эта груша у нас какая? Так, ох, этих аж целых три у меня. Возьмем так. Возьму, наверное, одного этого. Плюс... Опа, орешки. Возьмем с тобой. Вот это надо взять. Ананасик плюс груша. Обязательно. Так, на ландшафте, да? Повышается. Опа, родной ты мой, иди сюда. Обязательно возьмем это. Так, наверное, возьмем с тобой одного... Иммунку? Одну. Одну иммуночку, да? Плюс кофейную дорожку. Давай тебя возьмем. Тебя возьмем. Не хватает мне, знаешь, кого? Ух ты, вот этот ландшафтик возьмем. Давай тебя тоже возьмем. Так, еще 6 можно взять, да? Еще 6. Этот кого у нас? А, которые имеют 0 атаки, да? Прокачивает их. Давай возьмем, наверное, с тобой водяной орех. Минку, наверное, все-таки тоже надо будет штучки 2 взять. И орех в доспехах. Ну что, ребята, вот как-то такая у меня колодушка получается. Мне кажется, очень много ландшафтов я взял, да? Ландшафты, что-то очень много заклинаний, как бы не сфейлиться здесь. Ладно, давай посмотрим. А, погоди, нам пригодится вот этот вот кукурузный песик. Давай-ка мы, наверное, вот так вот уберем. Где он? Кстати, вот этого тоже надо взять. Сейчас, погоди, погоди, погоди секунду. Удалим. Кукурузный песик. Добавляем. Все, ребят, попробуем сыграть. Очень интересно мне посмотреть. Ну, ты понимаешь, да? Сегодня мы играем новыми персонажами, которые получили за прохождение сезона. Многие спрашивают: Рэй, почему ты так тихо говоришь? Ребят, во-первых, играю ночью. И тихо говорю, потому что не хочу никого разбудить. Так, давай-ка мы здесь заменим. Слушай, ну в принципе нормуль. Сейчас мы поставим с тобой кукурузку, да? Сейчас-то мы, конечно, не сможем. Но на следующий ход вполне даже. Ага. Водяной орех. Водяной орех. А я вот так вот сделаю. Поехали. Так, мина. Как раз против этого зомби пойдет. Броня, да? Броня. Ну давай я вот так сделаю. А сюда вот так вот. Поехали. А, у него еще одна заклинашка. Точнее, одна энергия. Вот так вот, да? Решил. Окей. Так, свеколочка выпала.
Ну что же, давай я, наверное, сделаю вот так вот. Ох ты. Да и все пока. Кто там у тебя? Ага. Я понял. Я тебя прекрасно понял. Значит так. Дальше у нас выбор. Этот будет прокачиваться, понятное дело. Этот нам пока не страшен. Жалко, мы, конечно, не можем его пробить. Это пока. Ага. Сколько он дает нам? 1+1. Как раз хватит, да, нам пробить. Оу-оу-оу-оу. Вот этот нам здесь не нужен, если честно. Этот парень нам не нужен. Как сделать-то тут лучше? Давай, наверное, вот так вот. И вот так. Ну-ка, посмотрим. Окей. Отлично. Так, ребята, уже два удобрения есть. Мы можем с тобой свеклу сейчас выставить. Плюс 1-1 за каждое растение из зомби. Это будет очень круто, да? Это будет прям вообще крутецки. Погнали. Ага. Растение наносит бонусную атаку. Ну давай вот так вот сделаем. Продолжаем разговор. Так, что он сейчас тут будет мутить? Это тебе не поможет, парень. Это тебе не поможет. Ну что? А затем наносит бонусную атаку. Поехали. Раз. Так. Давай-ка вот так сделаем. Норм, норм. И вот сюда. Ага, восстанавливай здоровье, да, ради бога, восстанавливай. Поехали. Раз, два. На-ка. Что там у тебя? Я тебя умоляю. Серьезно, что ли? Ты думаешь, это тебе поможет? Серьезно? Ну что? Смотри, что я сейчас буду делать. Я думаю, ты уже догадался, что я тут хочу замутить. Сдался он, короче, ребят. Он понял, что бесполезно. Слушай, ну Бонг Чой мне понравился. Так, ну что, мы с тобой, наверное, еще сыграем сейчас. За кулака травяного. Ой, за кулака, за... Так, повышение ранга. Так, разыграйте два зомби на воде. Опс, еще 10 гемов в копилочку. Ну что, давай, наверное, еще сыграем с тобой за колпак ночной. Как говорится, закрепим наш результат. Выбрать. Поехали. Ну, опять же, я тебе повторяю, здесь... Пока здесь все легко, потому что ранг маленький, а противнички слабые будут. Матео. Ну давай я пока так оставлю. В принципе, вроде бы неплохая команда. Так что, а, это же у нас, друзья мои, супермозг. Супермозг собственной персоны.
Давай вот так вот сделаем. Посмотрим, есть у тебя что-нибудь против подснежника? Нету. Он же понял, да, ребята? 100% он уже понял, что... Что тут светит ему? Угу. Давай вот так вот. Какая карта? Опа. Фасолька. Получает мозги до конца. Ладно. Получаешь, получаешь. Дальше у нас что там? Кого он там будет выставлять? Но это тебе не поможет, парень. Это тебе не поможет. Давай еще фасольку. Ой, как хорошо, ребята. Что он там? Вытягивает две карты. Ну, а мы погнали. Опа. Удалить надгробие. Задумался, да? И я тоже, если честно говоря, задумался, кого бы и куда поставить. Это 1 плюс 1. То есть 4-5. Ага. Это спасибо, что ты вызвал именно вот этого хламона. Мы его уберем отсюда. А вот это вот плохо. А вот это, ребята, плохо. Но мы, конечно, можем заморозить. Ведь можем. Давай-ка вот так вот, наверное, сделаем с тобой. Просто хочу посмотреть, кто там. О-о-о! Дружочек, пирожочек. Что он там делает? Бонусную атаку? Угу. А, сюда. Что там у тебя? Не знаю, ребят. 11 хп у него остается. Угу. Призвал мелкого пришельца. Так, ну этого мы убираем с тобой однозначно, да? Так, смотри. Мы можем... Так, подожди-ка, я могу... Блин. У меня не получится, да? Хотя почему... Нет, не получится. Ну давай я вот так вот влеплю. И вот так вот. Поехали. Что, опять ты со своей бонусной атакой будешь там делать? Или что? Угу. 3 хп у него остается. 3. Ох ты. Угу. Так, смотри внимательно. Что мы можем с тобой сделать? Сюда поставить ландшафт. Вот так вот сделать. Кровожадность, ты прикинь? Так, давай, давай, ежевика, убегай вот сюда вот. Подожди, а почему она не убегает, ребята? А в чем проблема? Ну, давай, бомби, все, крышка ему. Ах ты, сопляжуй, ты посмотри. Ты посмотри, что он сделал, а? Окей. Ну. Но...
Ага. Смотри, что творит. Смотри, что он творит. Кого он там выбросил? Так. А ну-ка давай кого-нибудь уберем отсюда. Почему этого-то зомби? Короче, сделаем с тобой... Сделаем с тобой вот так. Поехали. Нам терять с тобой нечего. Куда? О, все, парень. На. Распиши и получи. Да, ребят, но нам фартануло. Представляешь, если бы он вот этого бросил сюда, это был бы трындец. Ну, а так, ночной колпак очень неплохо себя проявил, ребят. Так, ну и остается еще одну партию сыграть. За кого? За травяного кулака. Я думаю, ты не будешь возражать. Подожди, не за... Да, за травяного кулака. Где он у нас? Вот он. Оставляем колоду. Та, что у нас пока собрата. И против Нептуси. Против Нептуси нам предстоит с тобой подраться. Хорошо, это будет интересно. Это будет очень интересно. Опа. А мне некого поставить, прикинь. А мне некого поставить, ребят. Поэтому 4 в лицо я уже получаю. Автоматом. Секешь фишку автоматом. Только не говори, что у тебя будут одни... Не... А, нет. Нет, ребята, ни одни нельзя. Давай вот так вот сделаем. Прикроемся, да, так сказать. А эта груша на воде, да, на воде стоит. Быстро нас тут с тобой, смотри-ка, разбирают. Я даже немножко в шоке. Надгробие. Сюда. Кто там где? Ага, с кровожадностью, понял. С кровожадностью. О, спасибо. Предположим. Вот этого надо гаврюшу валить. А как? Скажи-ка мне на милость. Ну, если я поставлю... Если я поставлю шипастую лужайку сюда. Или вот сюда ее лучше влепить. 1+1, да? Бонусная атака сразу же. Ну давай, сделаем вот так вот с тобой. Кто там у тебя? Еще один, да, с кровожадностью? Орех пока нас прикрывает. Так, это у нас следующий ход, в принципе, кранты. Угу. Вот ты как делаешь, да? Так, он прокачивать не будет этих ребят. Этого мы завалим уже с тобой, это понятное дело. Так, а здесь мы с тобой сделаем следующим образом. Так. Ну и вот так. Это будет лучший, я думаю, вариант. Посмотрим. Посмотрим расклад. Прячет за надгробие. Ты, ради бога, прячь. Так, этому крышка один. Один в лицо получим, да, всего лишь?
Слушай, пока не буду я это тратить, это нам пригодится. Так, минка. Как раз вовремя. Минка — это хорошо, ребят. Медика. Что-то мне это уже знакомо, ребят. Медик тут этот. Шпедик. Ну давай сюда вот так вот поставим с тобой минку. Ну а здесь вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Что же такое прекрасное выпало? Что же у нас с тобой здесь прекрасное выпало, ребят? Ну и что? Перемещает растения. Это зря ты делаешь. Куда? Сюда? Или сюда? А, даже так. Ну что же, хорошо. На тебе в табло. Семь единиц. Так, у него остается... Слушай, сколько тут... Размещает стенрих. Понятно. Сундук. Хочешь легу взять? Взял легендарную карту. Ради бога. Хиляется. Так, что у нас тут? Две единицы урона, да? На линии. Поехали. Хуй псих. Так, значит. А что сделать? Это-то понятно, дуплица. Давай, наверное, вот так вот сделаем. И ти-ти-ри-ти-ри-ти-ри-ти. Вот так. Посмотрим. Угу. Так, Нептусь, наверняка... А, рикошет случайного зомби. Ой, растение. Кого? Луну. Все, довольный? Вот как ты делаешь, да? Мне кажется, ребята, там... Мне кажется, там... Что-то плохое, что-то нехорошее, ребят, находится. Давай, наверное, так сделаем. Окей. Так, и, наверное, сделаем с тобой вот так. Поехали. Ага. Две энергии. Неужели он завалит мне этого? Тогда... Нет, не завалил. Тогда... Живем, ребята. Тудуш и гейм овер. Прекрасно. Я думаю, неплохо мы сегодня повоевали. Седьмой ранг, 15 гемов. Тут немножко продвигаемся с тобой. Ну, давай еще разок. Уговорил. Еще разочек сыграем с тобой за травяного кулака. И причем у нас с тобой ранги идут одинаково. 7-7, да? Ух ты, супермозг. Это дело плохо, ребята. Супермозг. Блин, вы что, серьезно, что ли? Офигеть. Тут, скорее всего, ребята, фейл. Ну, ты посмотри, что они мне надавали. Давай что-нибудь нормальное вытянем. 7, 6, 6, 6. Ну как я тут буду играть, а, ребят? Да я не знаю. Ну вот, дали хоть что-то. Дали хоть что-то. Ага, придется просто обменяться, ребят. Придется тут обменяться. Другого варианта нет, ребят. Поехали. Тыч. Так, теперь я поставлю водяную грушу. Ну, вначале посмотрю, кого он поставит. Вот он как, да?
Ну давай. Ага. Тынц. Нафиг тебе в ответку, да? Смотрим, что он сейчас сделает. Лишь бы не уничтожил. Он может его переместить. Кстати, да, он может его переместить. Ты специально тогда стал делать? Ну на тогда. Получи. Че, неужели у тебя ничего нету? Вытягивает две карты. Я знаю, как это неприятно, 6 лицо получить сразу же, а? Опачки. Паршиво, ребята. Паршиво. Поехали. Ну-ка. Кровожадность, окей. Грушу ты мне подобьешь. Но у тебя 10 хп осталось. М? Что с тобой сделаем? Вот это вот? Или как? Нет, 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 парень, нет, ты зря. Вот это ты зря делаешь. Или как нам лучше с тобой сделать? Блин, будет валить, мне кажется, почему-то. Давай так вот сделаем с тобой. Перестрахуемся, так сказать. Ну, еще. Кровожадница на всех вешает. Ради бога, вешай. Кровожадность. Так, опять вытягивает две карты. Опа, на-ка, на-ка. Так, друзья мои. Мина. Мина — это всегда хорошо. Что ты там, одни заклинания, что ли, нахапал, парень? Одни заклинания, да, нахапал? Даже так. Собираешься кровожадность, что ли, на всех повести? Или как ты там? Что у тебя там в голове? Фиг ее знает. Я, например, могу... Могу сделать вот так. От одного избавились, да? Могу сделать вот так. Посмотрим, что у тебя там припрятано. Наносит бонус на атаку. Окей. Все? Это все, что ты сделал? Блин. Тыч. Так, это вам в хламину. Продолжаем разговор. Так, водяной орех. Слушай, ты припарил уже, а, со своим этим халабудой. Давай-ка вот так сделаем. И ту-ту-ту-ту-ту. И вот так. Перестрахуемся с тобой. Ага, уничтожает растение. Так, этот прокачивается, да? Рикошет. Все, я тебя понял, парень. Так, это пока не будем мы с тобой делать. Так, ну что? Понятно все. Все с тобой понятно. Ну что, выставляем этого. Растение наносит бонусную атаку. Отлично.
Отлично. Здесь мы с тобой сделаем вот так. Посмотрим, что у тебя там осталось. Рикошетик. Окей, вот и все, ребята. И он остался без карт. Пять урона, да, надо нанести. Пять урона. Все, да? Значит так. Хопа. И вот так вот. Ну, что у тебя там? Да. Прокачивай, ну прокачивай, прокачивай. Эх, пока, парень. Вот и все, ребята. Хитрость рук и никакого мошенничества. Отлично. Мне сегодняшняя игра очень, ребят, понравилась. Не знаю, как вам. Ты об этом можешь написать в комментариях. Ну, а мы с тобой, наверное, будем закругляться на сегодня. Блин, ну самое прикольное, что, ребята, мы с вами получили двух героев сразу же. Это большая редкость, на самом деле. Чтобы вот тебе выпал и травяной кулак. Ой, ну да, травяной кулак. И плюс еще ночной колпак. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.